чисто и светло. Значит, праздник новогодний. Время нам встречать пришло. Снег кружится, снег летает, мы не знаем, что нас скоро ожидает. Каждый знает, помнят это взрослые, помнят дети, ждет нас самый главный праздник на планете. И назад оглядываться нету долгу, лучше просто посидеть в планёрку. Пусть тебе дары морозы принесите, и за праздник жизнь стала произнесите. Но пришел Новый год, вам пришел Новый год, везде Новый год стучится. Снова к нам пришел Новый год, он пришел Новый год, и счастливые стали лица. Здравствуй, дорогой Новый год, заходи в Новый год, помоги всем надеждам сбыться. Пусть ликует народ, пусть нам всем повезет, заходи в Новый год. Ведь у него здесь даже есть своя резиденция. А находится она в пещере вечной мерзлоты у горы Развалка. Там он живет все лето, читает ваши письма, готовит подарки к Новому году. И сегодня он пришел с подарками. Сколько лиц вокруг знакомых, сколько здесь моих друзей. Мы встречались год назад, всех я очень видеть рад. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, не слышу! Здравствуйте, мои юные друзья! Целый год я не видел вас, целый год читал ваши письма, готовил подарки, занимался своими делами, собирал целебные травы, ягоды и немножко даже занимался музыкой. И сегодня хочу вам подарить музыкальный подарок. Без дела не сидим, мы спешим на улицу, чтоб скорее зажмуриться.
Это замечательное волшебство царит вокруг. Весело, людям нравится, веселятся, хороводы. Ну, все трудились, все старались. Огромное спасибо администрации. Все просто супер. Открытку пишу в свой детский сад «Светлячок», своему коллективу. Желаю ему процветания, добра, радости, улыбок. Как вам сама идея? Отлично, супер. Вообще, мы с вдохновением сделали 3 игрушки от школы, от садиков. Рассмотрели их, увидели. Вообще классно, супер, ребята.